Газинский сегодня играет ближе к атаке, чем обычно. Павел Мамаев выбивает мяч у Адила Ахмедова. Газинский. Направо. Здесь оказывается Федор Смолов. Странберг. Калешин. Можно простреливать штрафную площадь. И момент! Это все-таки не гол. А, нет, это гол! На самом деле, с трибуны, где находится комментаторская позиция, показалось, что мяч попал в сетку ворот с внешней стороны. Ну что ж, тем лучше. Все поздравляют Павла Мамаева, который забивает таки быстрый гол Краснодара в этом матче. Ну, очень серьезный хик ошибся при действиях в обороне в этой ситуации. Странберг отбросил мяч на правый фланг. Калешин, который один из самых полезных именно в плане созидания игроков в нашем чемпионате, делает пас. А на самом деле, похоже, там Мамаев-то до мяча не добрался. Именно поэтому показалось, что гола не было. Мяч летает в сетку ворот от Юхани Ойялы. Это автогол, дорогие друзья. Но Павел Мамаев, конечно, постарался, потому что своим движением он смутил защитника, от которого мяч в итоге в ближний угол ворот и залетел. 1-0. Краснодар выходит вперед. Быстрый гол. Отличное начало для такого матча. Петров. Газинский. Направо, вновь Виталий Калешин. Ну, Краснодар — команда, которая способна поймать кураж и устроить настоящее шоу для своих болельщиков. Если в том же духе продолжат, то может все быть очень весело. Пенальти назначает арбитр. Схватил соперника за футболку один из оборонявшихся игроков. И 11-метровый удар уже через минуту после того, как счет в этом матче был открыт. Виталий Калешин пока, конечно, MVP стартового отрезка этой встречи. Он сделал, по сути, голевую передачу. И он же зарабатывает пенальти. Здесь соперник его и держал, и еще и по ноге, похоже, ударил. Давайте смотреть повторы. Ну, арбитр характерным жестом показал, что фол не за удар ногами, а за то, что соперник Калешина придерживал. На повторе-то мы увидели, что защитник Хика в мяч сыграл, но после этого действительно схватил Калешина рукой. Итак, Павел Мамаев. Удар. 2-0 на 10-й минуте. Ну, пока результативность этого матча может напомнить другой вид спорта, который очень любит и в России, и в Финляндии. Конечно, пока все это больше похоже на хоккей. Два гола к 10-й минуте, причем очень компактно пришлись вот эти голы. Ну и что ж, теперь для Краснодара начало действительно замечательное. Сумасшедшим фаворитом Краснодар был у букмекеров перед началом этой игры. Коэффициент на его победу был где-то 1,2. Ну, для сравнения, обычно то же самое букмекеры предлагают на домашний матч Барселоны против, например, там, Кордобы или Осасуны. Ну, пока Краснодар абсолютно оправдывает выданные ему авансы. По крайней мере, если говорить о результативности. Два активных действия на правом фланге. Оба с участием. Забрался он мне штрафную бан и заработал угловой. Вот со стандартами надо Краснодару начать справляться. Жуазиньо также можно увидеть на стадионе сегодня. Продолжает он восстанавливаться после очень серьезной травмы. Подает хик угловой и мяч в сетке ворот. Ну, стандарты, мы ведь с вами тоже это заметили. Даже по первой самой попытке Хика отличиться. Опять навес, опять набегает игрок в штрафную площадь и очень здорово выпрыгивает. 2-1. Результативная нас с вами сегодня ждет игра. Никто не мешает. Лишь Андрей Дикань пытается сыграть в этой ситуации. Ну что делать? Вот так отличается Осман Джало, нападающий Хика. Ну, если на стандартах не держать центр форварда соперника, то мы с вами понимаем, чем это закончится.
Страхоня должен пугать весь мир. Три пенальти в одном матче назначает Марио Страхоня из Хорватии. Вот что значит, человек работает по указанию. Ну, в том смысле, что пытается максимально четко соблюдать правила. Любой захват, неважно, в штрафной, не штрафной, вот вам пенальти. И мы с вами в итоге имеем три пенальти за 55 минут игры. Когда еще такое было в Лиге Европы? И у мяча Федор Смолов на этот раз, а не Павел Мамаев. Но Павел Мамаев свою попытку уже реализовал. В эти ворота, кстати говоря, бил игрок Хико Эрфан Зенелим, попал в штангу, потом сам коснулся мяча. По правилам это запрещено, поэтому игра и была остановлена. Теперь Федор Смолов попытает счастье. Федор Смолов против Даниэля Эрлунда. Разбегается Федор Смолов, наносит удар, гол! 3-1 в пользу Краснодара. Очень хорошо краснодарцы сегодня бьют низом, спокойно, по углам ворот. Мамаев влево от себя, Смолов вправо от себя. Федор Смолов забивает во втором матче Лиги Европы подряд с 11-метровой отметки. 3-1. Ну вот так уже значительно веселее болельщикам Краснодара. Ну а пенальти... Пенальти похоже, что был. Схватил вновь соперника за футболку Рони Пейпанин и на этот раз получил желтую карточку. Двойная замена у Краснодара. Уходит с поля Владимир Быстров. Вместо него Вандерсон. Такая бразильская делегация подъехала. И вместо Адила Ахмедова, который пока Федор Смолов. Ари пропускает мяч, но Ари не ожидал, что за его спиной находится здоровенный Гимуси. Он предполагал, что там кто-то из шустрых партнеров. Стромберг, Вандерсон, Ари, Мамаев, здорово! И удар, и гол! Ох, какая красота-то получилась, Вандерсон! Ну, я думаю, что сейчас обнять его хочет каждый. Как вчера сказал, не вчера, позавчера сказал Луи Ван Гал после великолепной игры Мемфиса Депай, его расцеловать. Вот здесь можно расцеловать целую группу футболистов Краснодара, потому что, понимаете, на такой скорости думать нельзя. На такой скорости можно только делать. Все на инстинктах. И Вандерсон прекрасно попадает из-за пределов штрафной в нижний угол. Ну, просто гол красавец забивает Краснодар. По ходу этой атаки очень хотел вам напомнить, что Павла Мамаева, когда он только-только оказался в команде, стали называть еще одним бразильцем. Настолько здорово он чувствует себя на поле вместе с Вандерсоном и Ари. И вот этот гол, по-моему, очередное подтверждение данного термина. Ну, потрясающий. Я думаю, что никак иначе называть это не стоит. В великолепнейшем стиле проведена атака Краснодара. И с интервалом в 5 минут 2 мяча забивают краснодарцы во втором тайме ворота Хика. 4-1. Это уже разгром. Разгром по делу. Краснодар сегодня хорош. Еще полчаса впереди. Я думаю, что такие мысли в голове сейчас у некоторых футболистов и болельщиков Хика. А что же делать? Игра не... Подобное не забывается. По крайней мере, быстро. Виталий Калешин. Стромберг. Слева есть Петров. Но теперь у Краснодара все хорошо. Результат уже не давит. Можно играть с удовольствием. Знаете, сейчас футбол Краснодара может быть похож на... Давайте посмотрим эту атаку. Газинский бьет. Гол! Юрий Газинский! 5-1! 5-1! Краснодар теперь в течение 7 минут забивает. Нет, 9 минут забивает. 3 мяча. Вот так. Минута понадобилась между первой и второй. И 9 минут на еще 3. Это все о голах Краснодара сегодня. 5-1. Я хотел сказать, что игра Краснодара вот в такой ситуации может быть уже похожа на встречу старых друзей, которые после работы пересеклись в ресторане, начали заказывать. Одна, вторая, третья. Одну, вторую, третью. А потом посмотрели на часы. Ба! Так уже 12 ночи. Вот примерно так же. Пошло.
пошло. То, что в Краснодаре особенно ценится. Это тоже была комбинация, которая привела к вот этому удару Юрия Газинского. Футболист, который забивает не так часто.